Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. TV Woman заболела вдруг. Спикермены собрались вокруг. Паяльник и отвертку, чтоб проверить сборку. Взяли они для нее ноту. TV Woman выгнала их всех. Чинит сами пусть себя и вверх. Хотела потянуться, но не может гнуться. Спряталась она от них, от всех. А в это время армия зла прямо в их город быстро зашла. Мэры все бросились город спасать, унитазы все уничтожать. Но не получается, очень нужна TV Woman, но она сильно больна. И к ней идет делать укол TV Man, и дверь ей расколол. Она стоит как манекен, двигаться не может TV Man. Шприц воткнула сразу, вся прошла зараза. TV Woman словно супермен. Всех сожгла злодеи с Гибиди, что встречались на ее пути. И телепортнулась в домик свой, вернулась. Дверь чинить и мусор разгрести. Что-то случилось, на своих она обозлилась. Унитазы бойко крушила, а потом другое лишила. Развернулась и полным ходом понеслась за своим народом. Спикермены все убегают, что с ней делать, они не знают. С ней во главе Джимен выбрал себе мишень. Камераман титан, сильный он великан. Туалет и катится, на него он пятится. TV Woman подошла и почти его сожгла. Камераманы тут выступают вперед. TV Woman на них точно так же и прет. Окружить ее нужно и быстро сорвать паразита и не дать ему сбежать. Но G-Man ведь все это знает. TV Woman он защищает, истребляет камераменов, ведь они ее не заменят. TV Man и тут подскочили, экраны свои включили. Паразиты все зашипели, убежали и улетели. TV Woman сразу очнулась, поняла все и обернулась. На G-Man'а так наскочила и одна его победила. Туалеты в ужасе бегут, TV Woman точно уже тут. Всех сожгла и снова выглядит сурово, видит Скибиди опять идут. Только захотела к ним идти, но возникла на ее пути камера, но дама, разыгралась драма, расстреляла всех, с ней не шути. И друг на друга смотрят они, кто из них круче, ты оцени. Начали хвастаться сразу и вот, уж дерутся, что за поворот. Раздолбали все вокруг и все скибиди, в шоке и не думают даже идти. К ним подходить, они все крушат, мэны уж на помощь к ним спешат. Но не могут даже растащить, даже мэнов стали же удача для Скибиди. Задача стоит, чтоб мэна всех истребить. Тут же мэн огромный летит, их со Скибиди окружит. Они теперь в напряге, но нет больше драки. Всем теперь опасность грозит. Туалеты в ужасе бегут, TV Woman точно уже тут. Всех сожгла и снова выглядит сурово, видит Скибиди опять идут. В
Вантусмен опасный и крутой, и не дружит точно с головой. На толпу несется, все под ним трясется. Вантусом раз-раз и все долой. Скибиди отправились туда, где не просто плещется вода. Вантус убегает, дальше не теряет. Вантус из рук, ведь там она смело стоит против толпы злых унитазов, и сразу троих она уложила одной рукой и сразила Мэна красотой. Он на помощь одичал, к ней побежал, но на что-то наступил, ловушку попал. Под землю летит, свалился и тут унитазы заждались, бегут к нему, чтобы отдать ему должок. Слева, справа и своем все ломает. Мэн из крыши прыгает смело, трет носки бедисто умело. Смыть его совсем не выходит, всех отбросил, дальше проходит. Тут Тиви-Мэн Титан на него налетел, а с ним еще дружбан, смыть его захотел. Быстренько управились, но чуть-чуть поплавились, а издалека бегут унитазы и поют. Вумены здесь работают, не подходи, у них схвачено все и не стой на пути. Идеально разрушили армию зла, уничтожили толчки, они дотла. Вроде тихо мэны танцуют, вумены болтают, кайфуют. И идут они потихоньку, но тут бах, за ними догонку. Скибиди опять поломили, Тиви-мэны все оживились. Камеры несутся в атаку, спикермены тоже все в драку. И опять все без передыха, день и ночь сражаются лихо. Не кончаются унитазы, наступают эти заразы. Тиви-мэн влюбился в подружку, плакал он ночами в подушку. Даже скибиди туалеты перестал смывать, он и где-то прячется, и за ней он смотрит, как сражается она бодро, взглядом своим как поджигает. Ну а он все локти кусает. Скибиди туалет узнал его секрет, что Тиви-мэн слабак, он везде разболтал. Скибиди собрали все и над ним смеялись. Он не может ничего сделать, ну и что с того? Только как-то в бою Тиви-вумен была, очень смело сражалась, но что за дела? Унитаза все больше за ней идет, окружили, она больше не уйдет. Мэн почувствовал это сразу, и помчался он к унитазу. И от ярости превратился он в титана, и закрутилась. Половину снес одной левой, чтоб спасти свою королеву. Ну и правой тоже добавил, никого в живых не оставил. Тиви-вумен тут засмущалась, стала, ну и не удержалась. Обняла она Тиви-мэна, в обморок он рухнул, наверно. Среди мэнов и туалетов Уэнсдей затерялся где-то. С вещью в своем доме сидела и в окно совсем не глядела. А как вышли с вещью из дома, обалдели и телефон.
не отстает. Забежали за угол, а потом направо и прямо в логово пришли. К унитазам посмотри. И за ними уже туалетов толпа. Побежала догнать, чтоб их наверняка. Вонсдей ловко на дерево так забралась, а рука смывает всех не торопясь. Но тут дерево повалили, унитазы чуть не прибили. Вонсдей, но она соскочила вовремя и в морду их била. Ей на помощь камерамены, как всегда шагают отменно. Начали смывать туалеты и управились до рассвета. Wednesday показали их базу, ей понравилось быть там сразу. С ними не сидела без дела, телевизор она надела. Как-то скибиди туалеты, разузнали мэнов секреты. Паразит их тайно подслушал, передал все в скибиди уши. Сделали для мэнов ловушку, окружили и стали слушать. Мэны все идут ровным шагом, скибиди сидят за оврагом. Мэны во враг пошли, скибиди их пасли. Бегать, уничтожать мэнов, эти пятятся. Унитазы катятся прям на них, но вот беда, вдруг сгорели без следа. TV-вумен сожгла их и следом летит. Голова ее действует как паразит. Видит, что там Джеймен на всех разом напал. Голова в него вцепилась, он попал. И она его потащила далеко и там поразила. Джимок взорвался, и ни с кем он не попрощался. А она летит уж обратно к телу своему аккуратно. Пристегнулась и пошла дальше, всех сжигать без грусти и фальши. Дело сделано, унитазы все повержены и дышат разом. Мэны девочку окружили, дальше вместе с ней поспешили. Туаля пила летел туда, где его подмога нужна. Там камерамены, будто супермены, побеждают в скибиди всегда. Большой, но туалет держит удар. Тебе
сложилось.